Подобные рейды сейчас проводятся по всей области. Сегодня нарушителей ловили в Вятских Полянах. Их количество удивило самих сотрудников ГИБДД. 6 нарушений за 30 минут. Вы нарушаете. Вот, мне сюда надо. Я понимаю, человеку. Вы проходите проезжую часть в неположенном месте. Ноги не ходят. Здесь у нас светофоры есть. Все понимаю. Переходи проезжую часть дороги. Все понял. Вот у нас пешеходный переход в зоне действия. Все понял. Вы нарушаете. За нарушение правил дорожного движения могут не наказывать, штраф 500 рублей. Во время же профилактических акций, как сегодня, сотрудники ГИБДД лишь предупреждают, объясняют еще раз, где нужно переходить дорогу, и отпускают нарушителя. Такие акции проводить надо, говорят инспекторы. Подтверждает это и статистика. За 2013 год под колесами автомашин в Вятско-Полянском районе погибли 3 человека. 23 получили серьезные травмы. Акция у нас проводится очень часто, потому что пешеходы у нас на первом месте, ДТП совершается очень много, и как бы мы должны в первую очередь предотвращать, чтобы сами пешеходы не нарушали правила дорожного движения.